друга. Ну давай, Тёма, помоги. Нужно канатку подтянуть. Готово. Оля, это Артём, мой друг. Он тоже хороший. Убийца твой друг. Он убил много наших. Артём, да ты чего? А ты, Олежа, обманщик. Знать Черт. Тебя больше не Оля, хочу. Оля, я вернусь. Вернешься, умрешь. Артём, ходу! Ты что, правда их убивал? Зачем? Они ж как дети малые! Зачем? Артём! На Аврору! У нас все плохо. Нужно спешить, времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. А теперь еще и Алеша ранен. Идем. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алеша, до сих пор не начавший ходить после тяжелого ранения, изводит себя тревогой, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова.